Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем игру играть время, деньги. Так, ну что ж, Леонид, значит, у нас осталось 960 тысяч, и у нас есть, подожди, где у нас расходы? Мы 100 тысяч занимали, да, чуваку? Где? А где здесь написано, что я занял чуваку 100 тысяч рублей в прошлой игре? Так. Нету. Что заняли? Где он мне? Надеюсь, мне он отдаст эти 100 тысяч, дружище-то. Да, нигде не указано, что я занимал 100 тысяч. Ну ладно, ну что ж. Мы получаем доходы 40 тысяч. Вроде бы много, но съедают всякие различные наши пассивы. Ну, денежный поток у нас 11 тысяч. И то хорошо. 11 тысяч, это нормально. Так, доходы у нас почти что 3 тысячи репетиторства. Ломбард приносит 26 тысяч. И гараж 1500. Дешевый рекламный щит. И рекламный щит в пределах 10 тысяч рублей приносит. Ну что ж, играем, посмотрим, что тут будет. Управление временем. Давай посмотрим. Планирование целеполагания. Давай планирование. Планирование. Есть много различных видов планирования. Жесткие и гибкие. Для занятых и творческих. Выберите тот метод, который оптимально подходит именно для ваших личностных особенностей и специфики вашей работы. Организуйте контекстное и среднесуточное планирование по методу задачи на день-на неделю-на год. И гарантируйте себе уверенность, что уложитесь в срок. Разовый платеж 3000 рублей. Освобождает времени 6 часов. Срок обучения 3 месяца. Так, ну что ж, давай, значит, задачи такие на день. Распланируем на день, на неделю и на год. Согласен, планирование — это хорошо. Так, ну что ж. Опять образование. Давай опять управление временем, целеполагание. Целеполагание. Задумайтесь о том, что дает вам энергию на глобальном уровне, о ваших мечтах и желаниях. Чтобы эти мечты сбывались, сначала нужно превратить их в цели. Понятно? Есть мечта у тебя? Сделай это своей целью жизни. Да? Мечта, цель жизни. Представьте себя через несколько лет. Определите свои ценности. Что для вас действительно важно? Ищите ваше призвание. Спланируйте цели на годы вперед. Конкретизируйте ближайшие. Эх, разовый платеж 4,5 тысячи. Освобождает времени 4 часа, срок обучения 3 месяца. Согласен. Покупаем, берем. Так, ну что ж. Оба-на, смотри, резкое изменение курса. Продукция компании Nanotex оказались опасны для здоровья. Многочисленные судебные иски и компенсации поставили компанию на грань краха. Стоимость акций начинает падать. Продолжительность 12 месяцев. Nanotex. Но мы акции пока не будем покупать. Акции — это всегда очень рискованная штука. Особенно у нас в России. Поэтому пока ничего не будем брать. Так. Трата денег. Вы не удержались от покупки нового парфюма. Цена 500 рублей. В принципе... парфюм нужен для мужчины и для женщин, конечно, тоже. Хорошо, я согласен. Берем. Хороший парфюм — это хорошо. Так, дальше идем. Вот. Бизнес, недвижимость, акции. На бизнес денег у нас, не думаю, что хватит. Берем недвижку. Малую. Так, деревенский дом. Старый дом в деревне можно отремонтировать и перепродать. Это хорошо. Так, ну что ж, берем. 86 тысяч стоит. Покупаем. Мы потом продадим. Так, по времени у нас сколько еще? 46 часов свободного? Отлично. Так. Лечение алкоголизма. Вы успешно окончили обучение. Это очень хорошо. Потому что у нас на алкоголизм уходило 1000 рублей. Правильно? Ага. Нет, подожди. Аренда, занятия спортом 1200. Так. А, вот алкоголизм, расходы. Выбираем. И еще 20 часов свободного времени у меня остается. Алкоголь убираем. И 66 часов на свободном времени. Хорошо, алкоголь пить вредно и не нужно. Ты тратишь деньги, и ты тратишь, естественно, свое здоровье.
Ну, если чуть-чуть, но тоже желательно нет. А также курение. Курение – это вещь очень нехорошая. И так это все знают? Хорошо. Так, смотри. Спустя некоторое время вы вынуждены признать, что с уходом сотрудника вы потеряли часть клиентов. Ломбард – доход минус 15%. Так, доходы. Ломбард 22 тысячи был. Ах, ладно. Было там и есть, сейчас стало. А было 26, блин. К сожалению, у меня денежный поток уменьшится из этого ломбарда. Ладно, берем опять-таки недвижимость. Берем пока малую. Магазин, смотри. Старый киоск. Дряхлая торговая точка. Можно сдать в субаренду для торговли. Хорошо. Цена 160 тысяч всего лишь и доходы 9 тысяч. Это очень хорошо. Доходы у нас увеличатся. Денежный поток будет 26 тысяч, по идее. Проверяем. Да, 26 тысяч, хорошо, очень даже хорошо. И по времени у нас еще много. Да, вот такие небольшие мы бизнесы будем брать. И, так, смотри, финансовая пирамида. Родственник предлагает вам вложить деньги в финансовую пирамиду. Быть может, если удастся оттуда вовремя выйти, вы сможете заработать хороший куш. А можете потерять все вложенное. Да, войти в пирамиду, нет, отказаться. Вложить 30 тысяч, вложить 100 тысяч, вложить 500 тысяч. Финансовая пирамида – это зло. Мы отказываемся. Деньги вкладывай туда. Никогда не вздумай. Потеряешь все. Отказываемся. Так, идем дальше. Так, вот возможность. Берем опять-таки недвижимость. Малую. Старый деревенский дом. Так, совсем плохой дом. В деревне можно отремонтировать и перепродать. Вот это хорошо. Вот это вот замечательно. Перспектива выгодно продать на 300% дороже. Офигеть. Берем, покупаем. Так, наличка у нас уменьшается, 660 стало, ладно. Идем дальше. Планирование вы успешно окончили обучение. Так, это у нас дадут время. 6 часов. Вот, 70. О, отлично. Так, управление. Перенесите статью из баланса. Расходы, время. Так, автоматически. Хорошо, смотри, сколько у нас времени-то освободилось. Так, опять-таки, берем недвижимость, берем малую, смотрим. Старый садовый домик. Отлично. Небольшой дом с участком в садовом хозяйстве. Можно сдавать для отдыха круглый год. Вот эта тема, да. Да. Покупаешь и сдаешь в аренду. Это супер. Так, цена 200 тысяч и доходы 3600. Вроде бы неплохие доходы, как бы, когда оно окупится, эти 200 тысяч. Но все равно. Потом мы сможем еще и продать на 40-60% дороже. Берем. Так. Отлично. Доходы у нас, денежный поток уже 35 тысяч. Это очень даже неплохо. До 50 добьем, будет очень хорошо. Опять-таки берем недвижимость, берем малую. Так, опять-таки садовый домик. Можно сдавать круглый год. Смотри, уже 4 тысячи тоже покупаем. Так, ну, блин, 10 часов у нас отнялось. Времени сколько? 7 часов свободного. Нормально, зато уже у нас под 40 тысяч получаем. Целеполагание. Вы успешно окончили обучение. Время добавилось 4 часа. Так, гараж, смотри. В соответствии с текущим рынком недвижимости договор аренды на гараж изменился в части ежемесячной оплаты с 1560 на 1520, минус 40 рублей. Ну да, аренда, она может либо повышаться, либо понижаться. Как бы, ну, ничего страшного. Как бы текущий рынок недвижимости, в принципе, на 40 рублей это немного. Так, вы оптимизировали актив. Благодаря вашим знаниям и опыту вы оптимизировали ломбард. Затраты времени изменилось на 5 часов. Хорошо. Посмотрим, можем видеть. Ух ты! Летние выходные. Весь месяц стоит отличная погода. Многие проводят свои выходные за городом, вдали от проблем и цивилизации. Может, пора и себе дать передышку? Ну что ж, давайте сделаем, проведем выходные за городом. Отлично, хорошо. Отдых, а то вдруг заболеет еще, не дай бог. Так что пускай отдыхает. Вот так, опять бизнес. Так, на средний бизнес там я не помню, там что-то полтора миллиона. У нас денег не хватит средних, поэтому берем малый бизнес. Ага, так, все, хорошо. Такси. Попробуйте этот простой и быстрый метод заработка. А, то бишь я должен устроиться таксистом работать, да? Угу. 17-32 часа. Так, у нас, в принципе, у нас времени дофига. Доходы
Блин, мало всего лишь, смотри. 1700-2600. Брать или не брать? Ну, давай возьмем. Ладно, попробуем. Все равно, как бы времени у нас много и так. Если что, потом мы просто уволимся от этого с такси. Ну, хотя мы заплатили 30 тысяч, это надо хотя бы месяца два работать. Так, управление временем. Так, что-то есть? Мотивация, смотри. Мотивация. Как бы мы не любили свою работу, наши дела бывают трудны и неприятны. Как замотивировать себя на их выполнение? Как грамотно включиться в выполнение сложной задачи, чтобы потратить на нее меньше сил и энергии? Освойте метод настройки на работу для сокращения затрачиваемого на нее времени. Съешьте лягушку. Дробите большое на малое. Это хорошие советы. Вот, слушаем. Съешьте лягушку. Так, как это объяснить? Съешьте лягушку. Ну, что-то вот хочешь что-то сделать нужно. Ты не хочешь это сделать. Ну, нужно это сделать. Съешь лягушку. Дробите большое на малое. Что-то большое, ты думаешь, это я не сделаю сразу, да? Ты его подроби на несколько частей и сделаешь. И вознаграждайте себе за каждое что-то сделанное, какую-то работу. Купите себе там мороженое или там купите себе бутылочку лимонада, как бы, ну, в таком плане. Составьте таблицу ежедневных, видимо, работ. Так, разовый платеж 2500 освобождает 12 часов времени. Согласен, берем мотивацию. Так, по деньгам у нас что? Денежный доход 40 тысяч, наличные 260. Так, а деньги что-то у нас не растут, а что-то... О, смотри, 300 тысяч. Хорошо, растут. Август. Совет месяца. Не складывайте яйца в одну корзину, диверсифицируйте доходы на случай кризиса какой-то сферы экономики. Хорошо. Так, трата времени. А вы достаточно тщательно и вдумчиво спланировали выполнение своих обязанностей, но из-за обстоятельств пришлось резко ускориться. Здорово, что вы не отложили работу на потом, а в Аврале и во Аврале прошел лишь незначительный этап. Требуется 2 часа. Хорошо. Так, пока у нас 300 тысяч. О, 347. У нас растет денежки. Так, бизнес. Давай посмотрим. Давай недвижку. Недвижку мне нравится больше. Малую. Среднюю там я не потяну. 100%. Пока малую. Ну вот видишь, мало. 260 тысяч. Мы почти что все деньги сейчас отдадим. Конструкция. Рекламный щит в центре. В центре, ребята. Доход 7,5 тысяч. Офигеть. И всего лишь 1 час времени. Вот рекламные щиты. Вот, хоть все скупи в этом городе. Конструкция прямо в центре города, можно сдать в субаренду. Я беру 7,5 тысячи, хоть и цена 260, но мы нарастем, нарастим хотя бы до полтинника. Денежный доход уже 50 тысяч в месяц, а желательно 100 тысяч. Но мы сейчас дойдем до этого. Так, берем. Вот, наличка вообще у нас, налички вообще мало стало. Ну, денежный поток 48 тысяч. Эх, эх. Так, денежный поток, ну почти что 50 тысяч, ладно. Финансовая пирамида. Опять-таки, в финансовой пирамиде мы не участвуем. Естественно, отказываемся. Нет, и 30 тысяч даже жалко, потому что наличка только 87. Нет, отказываемся. Так, продолжаем. А, смотри, знакомый не отдает долг. А смотри, какая ситуация, да? Мы занимали в прошлой игре другу 100 тысяч. Хотя могли отказать. Я сказал, что бизнесмены, если вообще это финансовая философия, да, занимать в долг нельзя, я вам скажу, да? Если ты хочешь быть богатым, успешным, никогда не занимай деньги, особенно друзьям. Но мы заняли, как бы, чисто, как бы, человеческая, как бы, натура, как бы, ну, думали, ну, займем другу, да, 100 тысяч. Отдаст, потом, ну, вдруг что поможет, если что. Эх, а он не отдал. Вот так бывает, ребята. Даже друг, друзья, вроде бы друзья, но не отдает. Ну ничего страшного, потеряли мы эти 100 тысяч. Как бы урок на будущее мы приняли. А занимаешь чужие и отдаешь свои. Ваш знакомый не собирается давать долги, несмотря на все ваши напоминания. Урок на будущее. Поэтому занимать в этой игре точно не будем никому. А в жизни будем 10 раз думать. Если у тебя последние деньги занимать, ну ты сам останешься без денег. Ладно. Не отдал, так не отдал. Урок на будущее. Так, у нас как бы мало денежек. Недвижку мы не потянем. Бизнес. Попробуем недвижку, посмотрим, малое.
Конечно, 170 тысяч. Нам предлагают еще взять кредит. В принципе, кредиты брать никогда нельзя. Вообще нежелательно. Но если у тебя, если ты знаешь точно, что ты отдашь, то 100%, 1000% ты должен знать, что да, ты деньги эти вложишь, и ты их отдашь. Вот тогда да, можно брать. Ну, тоже. Ну, в принципе, возьмем кредит. Даже мы зарабатываем почти 50 тысяч. Мы его отдадим за пару месяцев. А новый гараж, это тема. Доходы 2-300, но все равно неплохой доход. Новый просторный гараж в хорошем районе. В хорошем районе, видишь. Такие арендуют для машины, склада, мастерской, фасилиса. Берем. Не хватает кредит, возьмите кредит. Берем кредит. Нам нужно... Сколько там у нас не хватает? Да, сколько и не хватает. На 3 года берем. Зачем нам на 3 года? Мы же отдадим дофига процентов. Берем на год. Да, много отдавать, но зато мы за год все дадим. Оформляем. Покупаем. Так, что у нас получается? Наличка только 400 рублей. Ну и денежный поток 42 тысячи. Он уменьшился. У нас был 50. Ну ничего, мы сейчас отдадим все, не переживай. За год мы все отдадим. Так, видишь, сразу, видишь, 42 тысячи мы вернули. Значит, время у нас много. Давай вы... По деньгам мы, наверное, не потянем даже высшее образование. Управление временем посмотрим сейчас. Отдых, смотри, есть у нас, да? Сколько он стоит? 1000 рублей, мы это осилим. Так, у нас освободится... Что у нас там будет, интересно? Давай почитаем. Отдых. Приходилось ли вам на работе чувствовать себя уставшим и измотанным, потерявшим вкус даже к любимому делу? В личном тайм-менеджменте важно не только количество времени, но и качество. Наладьте грамотный отдых в течение рабочего дня и в нерабочее время. Создайте ритмичность. Работа-отдых. 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 Максимально переключайтесь. Ленитесь. Спите эффективно. Освойте микросон. Радуйтесь жизни. Раз заплатишь 1000 рублей. Берем. Так. Ну что ж, на сегодня серию мы заканчиваем. Значит, плейлист на ролике будет под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!